Нет? Нет. А кто? Аттена. Аттена. А тепло РГА? 14. Ну давайте. Мы... Тепло РГА в зале есть? Да, да. Это уже на тут. Что? Ну, да, спасибо. А что не поменялось? Это. А, все, я поняла. Можно, да? Добрый день, я Саша Дзюба, я с CEO компании Аттена. Микрофон. Я CEO компании Аттена. То, что у нас уже есть, это работающая платформа для рекламы в Wi-Fi сетях. Мы работаем более года, у нас более 600 включенных площадок. Это, например, в Киеве больше 120 аутдор точек доступа, это на улицах и в парках города Киева. У нас есть данные по 6 миллионам подключений за 2015 год, но это уже много данных. И к чему это? Ну, что мы делали здесь? С точки зрения Cisco есть стандарты Smart City по большим данным и по коммуникациям. И коммуникации в умном городе должны помогать развивать инфраструктуру и удешевлять стоимость инфраструктурных решений и доставки и government решений пользователям. Аттена Smart City Platform. Мы на базе роутеров, которые у нас уже есть, и здесь мы развернули тоже такую сеть, мониторим пользователей, которые просто проходят мимо Wi-Fi сетей, не подключаясь. Это позволяет узнать, где они, сколько, и понять трафик пользователей в рамках локаций. Пример. Площадь Победы, остановка, 18 маршрутов. Мы можем сказать, если там находится более 40 человек, они ждут более 30 минут, что есть ненормально. И это может передаваться специальным службам инфраструктурным. И также очень много примеров с различными датчиками. Что мы сделали здесь? Это прошивки для мониторинга в роутеры. Мы построили модель на базе офиса, поставили три точки, промониторили пользователей, которые там ходят, сделали алерты. Ну, это достаточно много данных, мы собрали больше 3 даже уже гигабайт данных, которые вывели в определенный фронтенд. Но на самом деле такой сервис, он должен быть не фронтендом, а API для служб. Потому что каждым службам, транспортной службе, должны одни данные, и нужны одни данные и адресы. Там службе по переходам, не знаю, по ситуации, по работе с туристами, другие данные. Мы готовы эти данные открыть, показывать, где много людей, понять алерты. Исходя из тех данных, которые у нас есть по подключающимся пользователям, мы можем также трекать конкретных пользователей, учитывая их категории, учитывая их интересы, возраст, пол. Но это мало данных, и понятно, что мы их должны обрабатывать по правилам Big Data. Наша команда здесь нас было немного, трое человек, но принимала участие часть команды. Спасибо. Вопрос про то, что зачем вам инкубационная программа 1991? Какие, я понимаю, что у вас запущен проект, какие-то цели на инкубационную программу имеете? Чем это полезно? У нас запущен модуль по управлению рекламными кампаниями. Но управление именно данными, то, что у нас было до этого, управление данными, анализ вот такого количества данных, для этого нужна большая экспертиза. В данный момент действительно мы не готовы. Этот проект не быстрый, этот модуль. У нас еще много других планов. И нам нужна экспертиза. Ресурсы у нас, в принципе, есть. И нам нужен выход на Smart City, на город и внедрение это в рамках города. Так, скажите, пожалуйста, то есть фактически на самом деле вы сами становитесь провайдерами Big Data? Да. Они и open, они и big. Да, это вы идете даже в другую Smart сторону. City. Smart City это один из вариантов использования этого. Да. Понятно, спасибо. У меня больше такой вопрос. Какой coverage у вас сейчас города? И почему вы решили использовать офис?
а не, скажем, остановку вот здесь, на улице? Или... Да, первая модель, с которой мы выходили на рынок, да, и идем как, ну, как бизнес, понятный бизнес для инвестиций и так далее, это рекламная. И у нас покрытие есть по торговым центрам, по кафе, а по аутдорам это 120 площадок, это вот там Крещатик, парк Шевченко, ну, парки. По аутдорам это 120 площадок, точек доступа. Ну, то есть это не нужно. Крещатик это одна локация. Да. Спасибо. Спасибо.